Всем привет и слава Украине. Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гела Басадзе, и сегодня у нас традиционное «Все буду Украина» с хорошо знакомым и любимым нами Романом Цымбалюком. Приветствую, Ром, очень рад видеть. Взаимно героям слава, Сакартвелос до Украины с Гамарджос. Да, рад вас видеть, Гела, очень. Очень-очень взаимно рад. И, ну, начну я с внутренних новостей, потому что, ну, кто, как, кому, как не Роману Цымбалюку, прокомментировать перестановки в правительстве Украины. Ой, слушайте, ну, в нашем случае вообще все просто. Это команда президента, он ее меняет так, как он считает нужным. Каких-либо каких-то сущностных изменений не произошло. Это все люди, ну, те, которые пришли к власти в 2019 году, и они продолжают работать. Пожелаем им всем успеха, а те, кто покинул важные должности, соответственно, скажем спасибо. Например, Дмитрий. Вот. Тут интересно, вы видели, Гела, что наш новый министр иностранных дел Андрей Сибига, он уже отозвал временно поверенного Украины в Грузии. Это я к тому, что у нас, по-моему, с Грузией все становится все хуже и хуже. И такое иногда ощущение, что вот если температура государства по шкале Гелы и Романа в части того, кто за здравый смысл, то Гела, вы, наверное, согласитесь, что Грузия, она не то, что ближе к Беларуси стала, а может быть и ближе к Беларуси стала. Я не говорю, что на одном месте, но вот как-то вот так. А я не слышу. Тут два момента, и тут очень важных момента. Значит, первый момент – это общий момент для Грузии. И тут я вспоминаю, невольно вспоминаются слова из романа Стругацких «Трудно быть Богом». Когда торжествует серость, то к власти неизбежно приходит черное. Это вот то, что сейчас просто ощущение надвигающейся тени. Действительно, ощущение надвигающейся тени есть. Но это общая проблема для Грузии. Это проблема именно Грузии. И общая проблема, я считаю, для Южного Кавказа вообще. Дай бог, чтобы я ошибался. И многие мои друзья, многие мои коллеги ошибались. Но на сегодняшний день вот так. А что касается отношений с Украиной, то тут как раз таки это другой триллер. Я не говорю, что было бы по-другому, если бы. Но... Ну, во-первых, давайте скажем так, с Грузией все ясно, да? Разобрались. Торжествующая серость и надвигающая черных. К сожалению. А теперь, что касается Украины. Ну, мне сложно давать оценки решения президента Зеленского, очень многих. И фактически я этим не занимаюсь. Но вот то, что я точно знаю, что это была очень такая серьезная ошибка. Убирать из такой страны в самом начале войны фактически посла, да еще и на месте этого посла находился элитный дипломат украинский, Долгов, но это просто вызвало недоумение. Дальше был зампосла, который тоже ушел по ротации. Ну, последнее время исполнял обязанности посла очень хороший парень. А мы, кстати, его уже даже вообще знакомы, по-моему. Ничего у меня не может сказать в данном случае. Нет разве? А ну ладно, хорошо тогда. Может, я ошибся, может, с кем-то другим. Да. Вы не ошиблись, просто вы во времени ошиблись. В смысле во времени? Ну, в общем, там уже все изменилось, да. Ну, я не хочу сейчас... Ну, хорошо, ладно. Ну, в общем, вот эта чехарда, которая была... Вот эта чехарда, которая была, честно говоря, кадровая, она мне не совсем понятна. Значит, Гела, все это понятно, и, ну, в смысле, я ваше мнение принимаю, я могу вам только сказать одно. Если кто-то думает, что послы являются определяющими в отношении государств, то, наверное, нет. А это, скорее всего, реакция на отсутствие отношений или отношений таких, какие они есть. Поэтому тонкости дипломатической службы я тут комментировать не буду. Еще раз, я просто хочу сказать, что отзыв посла обычно, ну, это происходит уже, когда побили все горшки.
Нужно ли так поступать? Ну, тема дискуссионная. Нет, нужно. Вы понимаете, в чем дело? Вот что касается нужно или не нужно, уже не важно. Потому что уже сейчас горшки действительно уже все побиты, и это вот сейчас уже идет констатация факта. Сейчас уже идет констатация факта, поэтому ничего удивить в отношениях, в сегодняшних отношениях Грузии и Украины, нас можно только приятно. Все остальное неудивительно, все остальное, ну вот. Дело, мы будем с вами развивать, только не ржать, горизонтальные связи. Почему не ржать? Потому что в Украине это в некотором роде уже мем. У нас один парень, уплывая через Тису, сказал, что он отправляется в Европу развивать горизонтальные связи. Но я переплывать не собираюсь, если что. Я планирую только на самолете. Понятно. Ну и потом, вот, мем принят, шутка принята. Просто единственное, что я могу вам сказать, что, ну, конечно же, наш вклад трудно переоценить. Это же важный вклад. Но на самом-то деле, ну что их развивать? Они и так существуют. Они существуют очень серьезно и очень... То есть все осталось как по-прежнему. И чем меньше связи между властями, тем больше связи между людьми, тем больше связи между... Не соглашусь с вами. Дело, как бы там ни было, у нас, вот посмотрите, закончится война, когда будут летать самолеты, например, такого, ну, скажем, даже потока людей между государствами уже не будет. Это для людей важно. То есть для многих все равно, где отдыхать, или, ну, к примеру, или куда ехать. Но многие выберут страну с правительством, которое, ну, благосклонно к твоему государству, с которым нормальные отношения. Вот. То есть даже я к вам в гости готов лететь, а отдыхать в Грузию, то зачем оно мне? Ну, скажите, раз у меня есть мои законно заработанные гривни, вот если мы строим этот гипотетический план, как бы, когда вот наконец-то опять летают самолеты, то есть война закончилась, все российские оккупанты уничтожены, и вот мы якобы возвращаемся к мирной жизни. Ну, так скажите мне, какой мне смысл лететь к вам со всеми вытекающими рисками, например, потому что там же всякие бывают истории, когда такой большой мир. Так что этот вопрос такой. Вот, предлагаю контролировать этот пункт. Я думаю, что это влияет. То есть наша деятельность очень важна. Я так понял. Абсолютно. Это очень здорово. Но, Роман, вы сейчас сказали, знаете, на самом деле ключевую фразу. Закончится война. Так вот, война... Когда она закончится. Не закончится, вы хотите сказать? Нет, война, когда она закончится, она ведь закончится для всех. И для Грузии в том числе. И война, она ведь закончится, мы уже договорились о том, что когда война закончится, вот тот сценарий, который вы описали, это скорее не закончится война, а если вдруг война будет поставлена на паузу. А вот если война закончится, то, уверяю вас, тогда, ну, не везде все будет хорошо. Но везде все более или менее будет нормально. Другое дело, что, к сожалению, не факт, что война вот так возьмет и сразу, быстро закончится. Есть вариант, что война будет поставлена на паузу. Я, кстати, всегда говорю одну вещь. Я сейчас объясняю тем, ну, мои коллеги это понимают в своем большинстве, а вот что касается тех, которые говорят, а что нам делать, вот, чтобы у нас, на нас Россия напала и так далее, я говорю такую вещь. Ну, вот давайте представим себе, смоделируем ситуацию. Россия в конечном итоге настолько себя исчерпала, что согласилась выйти на границы 91 года и сказала, ну, ребята, вы настолько не трогайте сейчас. Вы настолько не трогайте. Но давайте, скажем так, сохраним статус-кво, который был вот до 2014 года. Возможен такой вариант? Вполне возможен. Жесты доброй воли мы видели, так? После этого что происходит? После этого, если Запад, вы видите, сколько если, но тем не менее, это же сценарий. Если Запад выполняет все обязательства, которые берет перед Украиной, то есть берет Украину в НАТО, я про ЕС сейчас не говорю, ЕС не имеет к этому отношения.
берет Украину в НАТО, поставляет Украине вооружение, то есть делает из Украины в полном смысле этого слова государство стену, которая защищает ее от той России, которая, в общем-то, сохранится. Прекрасной России будущего. Прекрасной России будущего, несомненно. Тогда получается, что Россия с ее так или иначе потенциалом, которого на нас точно хватит, на соседей по Совке, она все равно остается империей, она все равно будет готовиться к новой войне с Украиной. Все равно. И рано или поздно все равно эта война будет, но перед тем, как она будет, ей нужно будет укрепиться. За счет кого она будет укрепляться? За счет кого? За счет южных территорий, потому что на запад-то она уже не сможет пойти. Пока. Угу. Угу. Вот этот сценарий, вот это тот сценарий, вы описали с точки зрения, значит, жителя Украины, поедет ли он в Грузию. А я описал просто геополитически. Геополитически тогда Грузия и, ну, к сожалению, весь Южный Кавказ, а то и Центральная Азия могут войти в русский мир. И, ну, смотрите, есть такой совромат, Дмитрий Чернышевский, он у меня на канале был недавно, я надеюсь с ним еще побеседовать неоднократно. Он сказал о том, он сам из Саратова сбежал в Уругвай, сейчас там себя нормально чувствует. Он сказал, что в его Саратове открыли два новых военных училища. И так во всех городах России. То есть они за 4 года хотят создать миллионную армию. За 4 года миллионная армия против Украины им будет не нужна. За 4 года уже Украина так укрепится, что на нее нападать будет. Но зато они обязательно захотят пополнить свои демографические ресурсы обязательно. А тут Центральная Азия, целый Клондайк. И логистические ресурсы, а это Южный Кавказ. За счет нашего государства. Так что такой сценарий вполне возможен. И Грузия, кстати, первая в списке этих по этому плану, антикризисному плану Путина. Когда в Украине что-то пошло не так. В Украине что-то пошло не так, мы и так знаем. Ну вот примерно вот такой вот расклад. Как вам такой расклад? Слушайте, рисовать будущее можно, конечно, но все это логично. Но как оно будет, все равно никто не знает. Вы же знаете, что было такое исследование, что вот, по-моему, какой-то из американских ученых проанализировал прогнозы политологов, экспертов, аналитиков на одном из каналов. И выяснилось, что они 50 на 50 в своей массе. Поэтому давайте решать проблемы по мере поступления. Для начала, как было сказано, давайте поставим войну на паузу на линии государственных границ. А дальше посмотрим, что делать с прекрасной и Россией будущего. Или, может быть, она сама собой займется в этот период времени. Ну, а насчет Саратовского училища, одного и второго, конечно, это все важно и очень и очень интересно. Ну, я вам так скажу, что Россия сегодня очень сильно мне напоминает СССР 20-х годов. Ослабленный, слабенький, такой весь несчастненький во многом, с очень жестким режимом внутри, который решает проблему выживания, и который решил эту проблему выживания за счет кого? За счет Запада. Просто-напросто, ну, ассоциация историка, они неизбежны, хотя история никогда не повторяется. Когда говорят, что история повторяется, там, видя фарс, это и бред. История никогда не повторяется, все уникально. А то, о чем мы с вами сейчас говорили, вернее, я о чем говорил, это не прогноз на будущее. Это один из из сценариев, которые возможны. А возможно, огромное, может быть, завтра в России начнется системный кризис, все там обрушится, и мы окажемся совсем перед иной реалией. Совсем. Может, я поэтому и говорю, что, ну, как вариант, я это принимаю, ну а дальше что? Да, но это реальная угроза. Я просто к тому, что когда война закончится, тогда будет совсем другая, совсем другие реальности. Вот когда война по-настоящему закончится. А война у нас по-настоящему закончится тогда, когда Российская империя перестанет существовать.
Абсолютно с вами согласен. Я просто, когда мы планируем или рисуем будущее наперед на какое-то количество времени, я всегда в памяти держу такую мысль, что моя личная задача – дожить до завтра. Ну, это программа минимум. И если учесть, что... Ну, мы же все видим Полтава, Львов. У нас тут, мы тут в данном случае все в одинаковых рисках. Поэтому мне, например, не то, что неинтересно смотреть вот так вот в далекое будущее. Я просто знаю, что это далекое будущее, оно формируется на основании решений, которые принимаются сейчас здесь, в Киеве, например, в Вашингтоне. Ну, еще где-то, в Москве в некотором роде. Вот от этого это зависит. Так вот, поэтому я бы хотел бы формировать это будущее, вот отталкиваясь от настоящего все-таки. Ну, что мы и делаем, что мы в том числе и делаем в нашей очень маленькой, на очень маленькой клеточке, в нашей очень маленькой парадигме. Итак, в принципе, перестановки в правительстве... резюмируя это все, они не имеют принципиального значения. Есть такой тезис, который активно продвигается, что, мол, перестановки правительства – это подготовка к переговорам. Что бы вы ответили? Ничего общего не вижу с этим вообще. Это про слово «переговоры», оно произносится уже 150 раз. Изменения в нашем правительстве, они тоже планировались давно, много писали об этом. Еще раз, почему меня, например, эта история, она по большому счету, ну, практически не интересует? Потому что у нас центр принятия решений, да, такое немножечко избитое выражение, он не меняется. Еще раз, то, что это называется команда президента Владимира Зеленского. Вот он ее так видит вместе со своим офисом. Ну, почему бы и нет? Вот. А переговоры – это отдельный трек. Кстати, про переговоры тоже много вот говорят. Все говорят. И даже Малайзия предложила свой план, не знаю, с русского на малазийский они переводили или на английском им сразу передали. Кто его знает? Ну, вот даже Олаф Шольц, когда тут на днях говорит, что да, пора подумать о том, чтобы закончить войну. И я всячески его поддерживаю. И Олаф, он на самом-то деле молодец. А кто хочет воевать? Конечно, лучше не воевать, чем воевать. Дело. Согласны? Но нет, я абсолютно согласен, что лучше не воевать, чем воевать. Когда мне говорят, что пора подумать о том, что пора закончить войну, я говорю, да, конечно, я... Все обвинения меня по поводу того, что я сторонник войны, это бред полный. И большего сторонника мира, чем я, не существует. Я спрашиваю, как? И когда мне говорят, как? Я говорю, даже дело не в том, что это же от меня же не зависит. Вот, допустим, я скажу, ну пусть Украина уступит, ну вот сейчас, а потом подождет. Давайте представим себе фантастическую ситуацию. Я переменил свою точку зрения и начал говорить о том, что вот сейчас Украина должна уступить, потом набраться сил, потом уже когда-нибудь вернуть территорию и так далее и тому подобное. От того, что я переменю свою точку зрения, что-нибудь изменится? Ну, вы знаете, Гелова... Вы не измените, вы свою точку зрения не поменяете. Не переменю, правильно, потому что вот есть... А люди, которые переменят, мы их, вот у меня тут специально есть блокнот для общения с вами, видите, мы вот тут сейчас фамилии все перепишем. Ну так, на всякий случай. И положим, вот там у меня сейф лежит, и положим этот листочек туда. Со всеми вытекающими последствиями для этих товарищей. Потому что те, кто говорят, типа, давайте, укры, сдавайтесь, по факту, вот этого они говорят. Потому что у маньяка там, я не знаю, и там начинается перечисление в зависимости от степени оскотинивания человека. Кто-то про литературу рассказывает, кто-то про ядерную бомбу, кто-то начинает рассказывать, что не все так однозначно, а кто-то говорит, как вы смеете размышлять о развале российского государства. А списочек-то пополняется? Нет, ну просто-напросто, я немного про другое говорил, что объективная реальность такова, что «Укры, сдавайтесь!» я слышу со второго дня. Вот второй день войны был или третий день войны. Я слышу, ну пусть они сдадутся, а потом уже разрулится ситуация. Я это слышу
В первый день они думали, что за три дня они возьмут. На второй день они поняли, что они за три дня не возьмут. И я уже это слышу. И про переговоры, про то, что вот сейчас закручивают мир к осени, к зиме, к Новому году. Почему-то всегда Украина должна сдаться к осени или к Новому году. Почему? Вот к весне я не помню, чтобы Украина сдавалась. А вот именно вот к осени или к Новому году. Вот осень придет и... Знаете, Гела, риторика, она похожа, только, как это, только Апти Аронович Алаудинов, который 150 раз остановил украинскую армию в Курской области, вчера заявил, что мы подходим к атомной станции. Даже не знаю, как он останавливал нашу армию, наверное, отрицательно. А может быть, показывал дорогу, зная все эти тонкости и противоречия внутри российского государства. Может быть, действительно... Ахмат, он по рации сообщал, где самые жирные российские срочники, которых можно взять в плен. Ну, я вам скажу вот что. Вот шутки шутками, а в любой шутке есть доля шутки, как говорится. Я не шутил. Я правда говорю, это была не шутка. Я не верю в то, что в тех чеченцах, которые сейчас находятся в расположении российской армии, они не помнят, да, во-первых, генетически сидит Ермолов, как выжигал аулы. Во-вторых, это на уровне генетики, это уже вот так вот не сотрешь, ровно так же, как сейчас уже не сотрешь вот то, что происходит сегодня, вот уже в генетике сидит украинского народа, будут помнить поколения об этом. Это невозможно забыть. Дальше. 44-й год. Депортация, помню все. Ну и, наконец, самое главное. Тот же Апти Алаутинов. Он был ребенком. Ну, ребенком-подростком. Тогда, когда равняли с землей Грозный и все. Ну, у всех у них есть родственники, которые погибли, были убиты российскими войсками. Первую чеченскую, вторую чеченскую. Почему российская власть так доверяет или делает вид, что доверяет чеченцам? Вот меньше всего я бы на самом-то деле доверял бы именно чеченцам, потому что то, что сделали... Нет, с черкесами был устроен страшный геноцид с черкесами. Но страшный геноцид был устроен в 19 веке. После этого, да, все подавлялось, но подавлялось в режиме лайф, так сказать. А что касается чеченцев, по этому народу проехали столько раз. Это имперская, кровавая действительно машина Российской империи, что, ну, скажем так, я не верю в то, что кто-то из них что-то забыл. Ну, это кто, есть, конечно, и конченые подонки, а кто-то ждет своего часа. Я в этом абсолютно уверен. Апти 73-го года. Ну, то есть ему 50 лет. То есть он даже так, то есть, ну так, ну тем более. Тем более, потому что он молодо выглядит, он хорошо выглядит. Черт побери. Слишком хорошо. Может быть, даже. Нет, есть, конечно, отморозки предатели своего народа, такие тоже бывают. Я сейчас не собираюсь давать оценки Апти Алаудинову. Я не знаю, что там у него внутри творится, но то, что у него внутри творится недоброе, ну не может по-другому не быть. Не бывает. Еще одна новость. Говорят, что Иран передал России баллистические ракеты. В курсе что-нибудь об этом? Потому что там были же разговоры о чем? Во-первых, были разговоры о том, что Россия просила Фатех-110, это 700 километров, а Иран говорил, что Фатех-340, 200 километров. Это первое. И второе, Иран просил взамен системы ПВО. Если Россия дала систему ПВО Ирану, ну, значит, соответственно, она ослабила свои системы ПВО, что в данном случае сложно говорить о плюсах или минусах, но что плюс? Вообще, что говорят об этом? Ну, по-моему, дело это свершившийся факт, сам факт того, что... Сам факт передачи, да, но что, какие ракеты и... Последнее то, что, ну, опять же, мы же оперируем данными, которые
в американских газетах, там как раз про ракеты на 200 километров. Что могли получить взамен? Ну, ПВО, Су-35 и некоторые технологические решения для там, производства ядреной бомбы, например. Да? Единственный момент, вот, вообще-то для нас это... Понятно, отвратительная новость. Это значит, что убитых людей будет больше в нашей стране. И ну, ракеты же они людей убивают, да. Но сам факт того, что Путин просит ракеты у Северной Кореи, у, соответственно, у Ирана, ну, ну, вы представляете, до чего довоевалась вторая всратая армия мира? Если у них проблемы с такими системами. Ну, это очень такой симптоматичный звоночек. Я думаю, что это настолько выбивающееся событие, что, вот знаете, как вся эта наша бригада поддержки, которая приезжает на Рамштайн, они так очень осторожненько это высказали, что все очень озабочены, потому что это эскалация, которая пришла, откуда не ждали. Но решения все равно будут военно-политические и военно-технические для того, чтобы нам помочь выжить в этой ситуации. Ну, само собой, и эти решения, об этих решениях, кстати, уже говорилось, кстати, Рамштайн прошел. Прошел Рамштайн, и что по Рамштайну? Решения, которые ну, вам понравились, давайте так, которые вам очень сильно понравились, и которые вам очень сильно не понравились. Что мне нравится в Ллойде Остине? Во-первых, человек, который на первых заседаниях сказал, что всегда можно лучше, сейчас он говорит не о конкретных номенклатурах вооружения, хотя о них тоже говорит, а говорит о том, что мы должны комплексно оснастить украинскую армию таким образом, чтобы она могла себя защитить. То есть вот это вот слово «комплексный подход», оно присутствует. Это самое главное, это как раз говорит о том, что все военные прекрасно понимают, что нету или какой-то ядреной бомбы, которая решит все твои проблемы, или самолета, или еще чего-то. Должно быть все, начиная от стрелкотни, заканчивая там, комплексами ПВО, самолетами, дальнобойными ракетами и так далее. Вот на этой комплексности они работают. Очень много сказано, например, вот у нас никто не обратил внимания, ну, и на фоне того, что мне не понравилось. Но тот же Ллойд Остин говорит, что наша задача сделать так, чтобы у вас были постоянно ракеты комплексом С-300. То есть сделать альтернативу западную ракету, максимально дешевую, для того, чтобы мы могли использовать советские комплексы ПВО, потому что ракет к ним, я так понимаю, уже не осталось. Вот на что они нацелены. Ну, а понятно, нет, что... Ну, это тоже нужно. Роман, согласитесь, что это тоже нужно. С-300 есть, а ракет нет. Нужно и этот вопрос. Секундочку. Что значит «и это нужно»? Это жизненно необходимая ситуация. Вот я просто как раз говорю об этом, что в своей массе у нас все так расстроились, что Улостин не сказал о том, что нужно сжечь Москву, вот вам, пожалуйста, ракеты, вот томагавки и так далее. Вот это не понравилось. Не понравилось, хотя еще раз... Мое личное убеждение, что подход американского государства, нам нужна комплексная поддержка Украины, он важнее, чем фраза, ну, давайте мы вот дадим вам разрешение лупить из атакамсов. Мне не нужны вот эти заявления в принципе, ну, в части того, что мы разрешаем или не разрешаем. Надо смотреть, что происходит на земле. А на земле в тот момент, когда Ллойд Остин говорил, он, кстати, не сказал, что нет. Ему вот там несколько раз его спрашивали, так можно вот эти дальние удары по России осуществлять? Он как-то вот, он же не сказал ни да, ни нет. И это тоже интересно. Его спросили про атакамс. Можно атакамсами лупить по России на 300 километров? Он говорит, самолеты уже забрали россияне за это время, но не сказал нет. Но там есть еще другие ракеты, которые идут в комплекте, с F-16, которые летят дальше атакамсов. Про них он почему-то вообще ничего не сказал. То есть я к тому, что предмет для, как это, для переговоров с американцами, он очень и очень такой, очень обширный. И вот это все-таки тот аспект, где надо меньше
трындеть на страницах газет, как было во время контрнаступления в 2023 году. Вот что я думаю. Поэтому в целом все нормально. Остин говорил, ни да, ни нет, но переправы и мосты в Курской области, они продолжали разбираться. Вот это американским оружием, судя по всему, вот это критерий позиции американского государства. То, что они, может быть, чрезмерно осторожны с точки зрения нас, ну, не значит, что нас тут оставят один на один с этими маньяками. Нет, то, что один на один с маньяками не оставят, кстати, по поводу вот один на один с маньяками и так далее. Несколько странное заявление сделал на этой неделе и Трамп, который говорил о том, что, мол, неправильно ведет себя Байден, неправильно себя ведет администрация Байдена и так далее и тому подобное. И это вызвало опять еще одну бурю в стакане воды, что, мол, вот смотрите, Трамп собирается снимать санкции и так далее. Путин, конечно, потроллил, сказав, что ему нравится, как смеется Кэмела. Видимо, ему это показали. Знаменитый смех Кэмела, он хорошо известный. И поэтому, мол, он будет поддерживать Харрис на выборах. Ну, смотрите, вообще это какой-то дурдом. Трамп агент Путина, Кэмела агент Путина, Путин агент США. Вот это все, вот этот клубок вот всего. И да, сейчас многие говорят, что уже все ясно, Кэмела побеждает, но я помню, где там месяц назад было все ясно, побеждал Трамп. Кстати, когда Хиллари была и Трамп, тоже всем казалось, что ясно, и побеждает Хиллари. Трамп. Поэтому и все-таки по поводу... Теоретически даже вы допускаете, что кто-нибудь может прийти и снять с России санкции? Нет. Мне вообще, Гела, знаете, что больше всего в этой истории не нравится? Что есть какие-то, ну, или личные предпочтения, или какой-то личный подход. Хочется нашим американским соседям через океан сказать, кто здесь великая страна? Вы, по большому-то счету, оптимальный вариант рашиков поставить вообще в стоп-лист. Как сказал кто-то из представителей Белого дома, что эта свинья кремлевская в принципе себе позволяет. Заткнись, да и все. Нам твое мнение вообще не интересно. Есть позиция американского народа, а кого изберут, тот и будет президентом. Вот, как мне кажется, вот этот вот подход, он намного лучше и интереснее. Ну, Трамп, он, понятно, человек такой эмоциональный, много об этом говорит. Ну, и его вот эти вот, понимаете, предложения взаимоисключающие. То есть, если, опять же, сущностно проанализировать его предложение по поводу мира, то он нефть опускает за один час до 40 долларов, то еще он что-то делает, то все дружно прекращают стрелять, то он рассказывает о том, что Украина скрывает потери, потому что он видел, как прилетают бомбы, украинцы говорят, что там мало людей погибло, а он говорит, там погибло больше. Ну, бывает по-разному, опять же, смотри, Полтаву, если в доме никого не было, то никто и не погиб, а если дом полон людей, то на трупы выносятся десятками. Тут вопрос, как ты к этому относишься. Если ты видишь, что маньяки бросают бомбы и уничтожают дома с людьми, то какая логика должна быть? Ну, наверное, помочь людям, на которых бросают бомбы. А тут мы помним, что у нас была задержка с поставкой американского вооружения в течение сколько? Полугода. Я к тому, что это вот эти вот качели Дональда во время избирательной кампании, они, ну, такие, добавляют перца в жизни кому-то последний раз. Какой он будет, если он будет президентом, ну, никто толком сказать не может. И это факт. Кремль, очевидно, рассчитывает как раз на вот этот вот период малопредсказуемых решений Белого дома для всех, что вот они где-то там продавят свой интерес, а-ля, давайте прекратим стрелять там или еще что-то, давайте пойдем на, ну, как-то
Потому что Путин же, он же пользуется вот этой вот некой своей аурой, что вот он всех переиграл, что он такой весь хитрый, такой умный и так далее. Так вот, если бы на Западе просто сами себе сказали, да он же нас задолбал, это страна-бензоколонка. Есть же способы их немножечко урезонить. Вот просто надо все включить рычаги, гляди-гляди, и это звезда ВВХ превратится в виселицу для него же. Да, действительно очень, очень интересно, значит, в конечном итоге отношение к России. Ну, обычное отношение с Россией ведь сводится к чему? Ну да, да, конечно же, они отмороженные подонки, они те, кто совершили преступление перед человечеством, но вот это, как там мне говорит мама... И на лапки задние встают такие, типа, но... Меня мама всегда, говорит, учила не обращать внимания на то, что произносится до слова «но». После «но» идет то, что человек хотел сказать. Но у них же есть страшное ядерное оружие и так далее и тому подобное. И неоднозначно в моей системе координат персонаж американской политики Уильям Бёрнс, он был неоднозначным давно, потому что я... Два раза. То есть один раз прочел, один раз прослушал книгу «Невиданная сила американской дипломатии». И, причем он писал ее уже как отставник. И я тогда, когда я слушал, я мысль одна меня не покидала. А что будет, если он вернется на место госсекретаря, например, с такими взглядами? Он вернулся не на место госсекретаря, он вернулся на место директора ЦРУ. Но не суть. Суть в том, что он сказал, что, мол, не надо сильно, сильно беспокоиться. Но вот, скажем так, по поводу ядерного оружия, но оно есть, и с этим нужно тоже считаться. Мол, Путин использует его как шантаж. Но с этим ядерным оружием уже много раз было сказано и много раз было пересказано. Тем не менее, об этом нужно говорить, и об этом нужно говорить постоянно, что если считать ядерное оружие сдерживающим фактором России, ну тогда действительно давайте тогда сдадимся, и все, и пускай Россия делает все, что хочет. Наверное, так? Этот фактор всегда будет в головах западных политиков и западных генералов. Вот это факт. И на решения некоторые это тоже влияет. Но, видите, оказывается, давайте так, еще раз, возвращаемся в 22-й год. Вроде как ядерная бомба у них была и тогда. Мы помним маньяка, на который говорил, что если кто-то вмешается, то мы как жахнем, то вы увидите такое, чего вы никогда не видели. Значит, сейчас мы гоняем по Курской области, как сказал АПТИ, а АПТИ никогда не врет, уже подъезжаем к Курской атомной электростанции. Так вот, все документальные кадры, которые мы видим оттуда, дают нам информацию, что большинство техники вооруженных сил Украины, сухопутных войск, оно не украинского производства и не советского. Вот вам, собственно, и ответ на все эти красные линии. Значит, они гибкие, значит, можно работать и с ядерной дубиной Владимира Путина тоже. Я единственное, чего не понимаю... По-моему, некоторым на Западе пора ситуацию вот посмотреть вот так вот и озвучить ее. Ну вот смотрите, есть там целая группа пугал от имени ВВХ, например, Медведев и всякие другие мудачки на разных должностях, которые рассказывают, как красиво будет гореть Берлин и Вашингтон. Так вот, эти товарищи, они почему-то исключают в своем анализе, что прилететь может по ним, это первое. Второе, по ним может прилететь в первую очередь в качестве превентивного удара. Ну и а кто вам сказал, что Москва точно не превратится в Волчанск? Ну,
раз вот такими категориями люди размышляют, потому что эти небожители московские, любители тусоваться в московских гостиницах, они думают, что они вечные. Но оказывается, что нет. Во-первых, гонка на лафетах разгоняется понемножечку, а во-вторых, в военно-техническом аспекте вот этот момент забывать никогда не надо. У меня своя появилась, значит, точка зрения, что гарантирует, конечно же, ядерное оружие кое-что гарантирует России. И что гарантирует России именно наличие ядерного оружия, я могу сейчас сказать. Еще раз говорю, это моя точка зрения, с ней можно соглашаться, с ней можно категорически не соглашаться. Наличие ядерного оружия у России гарантирует то, что ВСУ не пойдут брать Москву. Просто не пойдут брать Москву. Да, а остановятся на границах 91 года, может быть, создадут буферную зону. А Москву брать не пойдут. Потому что, ну, не то чтобы это не нужно, это нужно. Если бы были бы такие возможности, это нужно. Почему не нужно? Нужно. Но, ну, так как ядерное оружие, зачем... Они сами упадут уже под грузом своих собственных противоречий внутренних. Поэтому, да, ядерное оружие есть. Применят они его? Не дай бог, конечно. Вероятность всего есть. Но я считаю, что вероятность этого крайне мала. Является ли оружие, ядерное оружие сдерживающим фактором для того, чтобы противостоять агрессии России? Нет, не является. Ядерное оружие является сдерживающим фактором исключительно для внешних, для попыток внешними, внешних вторжением изменить власть в России. Курская область, операция в Курской области, Белгородской области, там, Брянской области и так далее по созданию буферных зон не являются такими операциями. Все, отлично. Ну, я недавно ознакомился с нашим секретным планом. А Москвы там нет. Вы нас раскрыли, Гела. Не планируем пока. Бомбить да, штурмовать нет. Штурмовать не надо. Они сами будут штурмовать Москву. И тут вот у нас остается уже не так много времени. У меня два вопроса, которые на сегодняшний день главные, что касается войны. Первый вопрос, который мне задали мои зрители, и я задумался над этим вопросом. Задали таким образом, ну они же берут какие-то территории, так можно и бегемота съесть по частям. Можно ли бегемота съесть по частям? А кто здесь бегемот? Ну, бегемот в данном случае речь идет про Украину. Нет, мы не бегемот, мы вооружены и опасны. Бегемот очень опасное животное. Так вот, почему, если говорить об Украине как о бегемоте огромном, и невозможно ее съесть по частям? Да, можно укусить. Да, можно откусить какую-то часть. Кстати, бегемот это в наших там мультфильмах он такой добрый, такой хороший, а в африканских сказках это самое страшное животное. Страшнее львов, страшнее тигров там всяких и так далее, слонов, потому что бегемот перекусывает лодку. Угу. Бегемот это... Ракетный крейсер он перекусывает? Он перекусил. Мы видели, как он перекусил. Так вот, бегемота можно съесть по частям, если это мертвый бегемот. А живого бегемота по частям съесть невозможно. Он будет сопротивляться, легаться и в конечном итоге раздавит. Поэтому бегемота съесть по частям нельзя. И второй вопрос. Сколько времени без системного ущерба для своего развития для страны может существовать страна, отрезанная от основных рынков товаров, финансов и технологий? Ну, они в совок просто будут превращаться понемножечку. И этот процесс происходит. Кто бы там что ни говорил, у них там масса деструктивных процессов внутри, начиная от межэтнических противоречий, которые как раз базируются на том, что масса русских людей-идиотов уехала в Украину и сдохла там.
на их место приехал кто-то другой, и да, россияна меняется во всех планах. И это в конечном счете ведет вот к этим вот системным вопросам, о которых вы сказали. То есть у нас это что получается? Англосаксы, они задумали как-то системное изменение российского государства, но похоже на то, если честно. Только Россией руководит Владимир Путин. Вы не слышали дело? Я вот тут восхитился высказыванием Владимира Соловьева, который, ну вот, бровь подымем, недавно пересказывал, что его там катали где-то в тылу, и чтобы этого мудака возить, и обычно же предоставляет там охрана, там, техника помытая, всякое такое. А мудозвон говорит, ну, меня везли с каким-то начальником, вот, и мы ехали на УАЗе, и при переключении передач ручка от коробки осталась у водителя в руках. Ну так вот, как это, вот критерий, о чем вы говорите. Вот это и есть системное изменение. Когда страну и там немножечко ее поджали, там чуть-чуть поджали, потом они будут бегать с рычагом от переключения передач и говорить, а что ж оно не включается? Да потому что мудаки и идиоты. Нет, ну, сценарий известный. Первый сценарий – это если страна находится, это Иран, второй этап – это Северная Корея. Но единственное, что, ребят, такая большая страна, как Россия, в Северную Корею превратиться не может. Таким образом, территории придется посократить. А когда будут посокращены территории, тогда, может быть, они перестанут быть империей и станут нормальной страной. Правда, тут нужно пройти будет большой процесс трансформации. И последняя, в общем-то, последняя тема, о которой мне бы хотелось бы поговорить, это вот процесс трансформации внутри России, ну, исходя из того, что, опять-таки, я не знаю, Юлия Навальная, политик, не политик, еще что-то. Вот она сказала, типа того, мы найдем тех, кто ратует за, давайте прямо скажем, за освобождение тех народов России, у которых есть национальные проекты. Найдем не в смысле, разберемся мы их, мы найдем и поговорим и убедим их в том, что, мол, ну нет, абсолютно комплементарная, абсолютно Россию никак нельзя разваливать. Еще раз. Уход Татарстана, Башкортостана или Северного Кавказа – это не развал России. Это вполне естественная вещь. Россия тут не развалится. Развал России – это несколько иное. Но проблема ведь в другом. Проблема в том, что нет политической проектности у будущего. Опять мы говорим о будущем, но о будущем приходится говорить. Что в данном случае? Или Украине все равно? Все равно тут быть не может, когда на тебя падают российские бомбы. Я просто о другом. У меня такое впечатление, что это вот так называемая хорошая русская оппозиция, живущая в Европе, в странах НАТО, она... как это, вбрасывают в общественное пространство тему, которая называется «отвлечение на неугодный объект». Значит, вот все носятся, всем так нравится эта тема, она такая кликабельная, развалится Рашка, не развалится, что с ней будет. Понимаете, вот эта вот дискуссия на эту тему, она прекрасна, только я хотел бы ее вести в ситуации, когда на мою страну не падают бомбы. Вот, что очень важно. А ее вот эти заявления, ну, во-первых, кто она такая? Вот они найдут тех, кто за развал России. И что сделаете вы с ними? Я не знаю. Дальше. Ну, поговорят они с ними, они больше ничего не знают. Она в смысле поговорить. Мы поговорим. Да. В общем, понимаете, на сегодняшний день эти люди, так называемые оппозиционеры, в
контексте продолжающейся здесь и сейчас войны работают как охранители режима Владимира Путина. Вот что меня бесит больше всего. Потому что когда вот у нее там из этих заявлений было, значит, что там надо оказывать помощь российскому гражданскому обществу, где это российское общество, я не знаю. Потом у нее, значит, поддержка Украины в обороне против российской агрессии. А что тут не так? Вот дело, смотрите, вот фраза, да, поддержка Украины в обороне в российской агрессии. Так все же очень просто. Она должна была заявить, раз вы противник этих военных преступлений и этих безумцев, надо говорить четко. Поражение, военное поражение Российской Федерации. Ну, это же два разных подхода. А так как они этого не говорят, они нам предлагают вместо того, чтобы решать военно-технические вопросы, поговорить о будущем России. Ну, я не знаю, у нас тут есть футурологи, прогнозы которых сбываются с вероятностью 50 на 50. Так вот, мне кажется, вот на этом надо акцентировать внимание. А вести вот эти вот разговоры а-ля Лев Шлосберг, просто, нужно просто прекратить стрелять, в будущем мы договоримся. Да идите нахрен. Вот, что имеется, как кажется, у меня на сердце. Абсолютно верно. И что касается военного поражения, ну, опять-таки, выскажу свою точку зрения. Друзья, я в данном случае говорю про граждан России. Я понимаю, что, может быть, чисто психологически вам это тяжело сказать. Но не понимать того, что только военное поражение, причем тяжелое военное поражение Российской Федерации в этой войне, является хоть каким-то шансом на изменения в России, вы не можете. Вы это знаете не хуже нас. А искать тех, которые хотят, я еще раз говорю, не развала России, а реализации своих национальных проектов, тех народов, которые сегодня в Российской Федерации, не надо. Достаточно посмотреть этот канал, здесь достаточно таких людей. Да, подписывайтесь на канал. Дело ваше. Только и всего. Огромное спасибо, Роман, за очень интересную беседу. И огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава.